Всем привет, с вами Скетла и... еще один обзорчик. Опа-на! Будет более маленький, потому что здесь всего, считай, две фигурки, но две необычные фигурки. Ну ладно, наверное, одна необычная, одна обычная. Что ж, собственно... А, блин, что я на пакетик порезал, когда открывал весь этот. В общем, вот. Так, вы видите, одна биг-фигурка и одна маленькая. Что ж, так как всего две, попробую собрать прямо вживую. И заодно, ну да, я, короче, пакет разрезал. Так, ого, интересно, интересно. А, надо бы еще, конечно, свет включить. Вот, так должно быть получше видно. Ну, в общем, да, вот такой вот убийца Крок. Необычный. С крутыми вот этими вот чешуйками, хребтами, я не знаю, как это назвать на самом деле. Вот, позвонками. Йоу, вот такая вот биг фигурка. В плане принтов. Так, всматриваюсь. Да, в целом все очень качественно. Нету ни огрешности, ничего. Значит, тут у него прикольные бинты. Также шипы на руках. Подвижность вообще идеальная. Как будто это прям лего-фигурка, серьезно. А, ну вот, видите, немного рука слетает, когда ей двигаешь. Ладно, это вот уже как раз китайская проблема. Вот, а так, в целом, обычно бывает как? Либо там очень туго, либо наоборот супер, как сопля висит. Ну, здесь прям идеально. Что ж таки, такая стопы у него еще. Башка, конечно, у него прям вообще прикольная. Нос, правда. Это, наверное, версия с какой-нибудь игры, я не знаю. Может, из Бэтмена, Архам. Возможно. Тут что-то выглядит, как будто ее соединить можно. Что-то мне подсказывает, что нельзя. Это просто такой шов склейки. Ладно, не буду пробовать, чтобы не сломать. Вот, в целом, очень крутой крокодил. Вот, но если его сравнивать с... самой лучшей версии Крока-убийцы с вот этой вот, из Лего-фильма Бэтмен. Ну, конечно, да, это мне прям... Это идеальный Крок, наверное, на самом деле. Во-первых, вот эти вот руки с пальцами подвижут. Это прям шикарно. Этот тоже хороший. Вот. Поэтому меня больше как раз-таки завлекли его принты, потому что они очень интересно выглядят. И прям как на фотке, так и здесь. Это круто. Так, автовол у нас. Это, собственно, мини-фигурка. Но от этого не хуже. Это у нас Арес из вселенной DC. Если быть конкретнее, Арес из набора по Чудо-женщине. По фильму Чудо-женщина. Вот, там еще была большая сборная фигурка, когда он увеличился в размере. Вот, но... в ней я смысла не вижу. Угу. Даже без плаща. А я не помню, там он был без плаща или с плащом. Ладно, посмотрим. Ну, что могу сказать? Тут уже как-то... сейчас попробую макросъемку. Ну, тут, собственно, принты какие-то уже не то чтобы четкие. Вот особенно лицо. Это прям... ну это прям такое себе, как будто даже краска съехала. К сожалению, да. Ну, что-нибудь с этой мини-фигуркой придумать можно. А, в принты на теле, ну... более-менее. На ногах что-то даже есть. А, на левой ноге с пропечатанными пальцами, на правой нет. Так, на руках принты есть. Тоже, видите, как будто съехали принты. Ну, на спине вроде все ровно. Даже тут какие-то полосочки есть, что-то есть. Вот. Шлем, на самом деле, это вермиллионский шлем обычный. Хотя, по-моему, у него должен быть другой, если не ошибаюсь. Но если нет, то ладно. Или, подождите, это не вермиллионский шлем? Сейчас. У меня где-то есть вермиллион. Ну... собственно, да, вот. Ну,
Ладно, допустим. Пусть я на самом деле рассчитывал, что у него будет какая-то новая деталь. Я что-то не обратил внимания при заказе. Вот. Ну, короче, фигурка где-то на 6. Как бы, если вы еще не вот эти вот корявые принты на лице, лицо можно было где-нибудь использовать. Ну, его и так еще можно будет использовать. Вот. Но... Меч вот прикольный. Прозрачный, красный. Кровавый меч, какой-нибудь его можно использовать. Или энергетический щит. Ну, щит самый обычный принт, вот на нем прям идеальный. Он прям так блестит в центре. Вот. Так что как-то так. Так вот, супер-микро-обзор. Идут еще две посылки, так что ждите. И планирую еще заказать. Вот, так что... На сегодня у нас вот такой вот обзор с кроком-убийцей. Таким вот необычным. И Аресом. Что ж, крок я оценю на 10, Ареса, ну, на 6. Все, с вами был Скетл. Подписывайтесь на канал. Пишите, как вам эти мини-фигурки. И... Всего хорошего. Любите жизнь.